Приветствую всех на канале Творческая мастерская живописи и рисунка. Сегодня я хочу пописать такой натюрморт с самоваром. У меня вот остался такой большой холст. Решила на нем написать. Хочется попробовать на большом формате, так вот размашисто. В общем, от пятна так начала. Буду работать пятнами и постепенно рисунок выводить. Посмотрим, что получится. Опять же, экспериментирую, пробую. Так, ну что, поехали дальше. Don't mind the gravity, all the things around.
sinner, I call myself a saint. Living the hallelujah, today we close to pray. Don't mind the gravity, all the things around.
sinner, I call myself a saint. Living the hallelujah, today we close to pray. Myself a saint, living the hallelujah, today we close to pray. День второй. Продолжаем экспериментировать с натюрмортом. Сегодня весь день смотрела на него, что-то мне не понравилось. Я все стерла, практически все, оставила только чай и лимон. Решила убрать сверху заварник белый. Не очень, мне кажется, упирается в холхолста, не очень. Я его поставила сюда вниз, наметила. А молочницу туда вот убрала, в тот угол. Ну, будем пробовать. Попытка номер два.
хорошо в масле, можно всегда исправить то, что написал. Можно стереть, не бойтесь стирать, счищать краску, писать заново. Пробуйте, экспериментируйте. Around.
sinner, I call myself a saint. Living the hallelujah, today we close to pray. Myself a saint, living the hallelujah, today we close to pray. Around.
I call myself a saint. Living the hallelujah, today we close to pray. Yeah.
sinner, I call myself a saint. Living the hallelujah, today we close to pray. Don't mind the gravity, all the things around.
sinner, I call myself a saint. Living the hallelujah, today we close to pray. I call myself a saint. Living the hallelujah, today we close to pray. Don't mind the gravity, all the things around.
sinner, I call myself a saint. Living the hallelujah, today we close to pray.